Всем привет! Сегодня я сниму спринт мастера ключей. И хотел бы задать вам несколько вопросов. Как вы относитесь к моему каналу? А вам нравится смотреть мой канал вообще? Тиф упал в последнее время. Если я не прислал уведомление кому-то или не зашел на чей-то канал, то все, актива нет. Почему так? Кто-нибудь может мне сказать свое мнение о моем канале? И стоит ли мне дальше снимать и продвигаться? Потому что я сколько уже сижу? Почти год. Даже до 1000 еще не дошел. А некоторые за это время по миллиону подписчиков набирают. Вообще-то как-то грустно с моей стороны получается. Вот если актив будет постоянно падать, я сниму только финал. Ну, точнее, до него буду снимать. Там дальше, наверное, все. Если аудиторию не наберут, то смысла вообще нет дальше снимать. Поэтому я вообще смысла не вижу, если честно. Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые?